Всем привет, друзья! Меня зовут Дима, мой ник Brother2S. Это канал, посвященный фарму опыта Fortnite. Это сегодня уже третья карта на опыт, потому что сегодня последний день сезона, и я хочу, чтобы вы как можно больше из вас смогли достичь своих целей. Стараюсь для вас, друзья, и завтра, начало нового сезона, завтра будут видео, и эти видео, возможно, еще будут завтра работать. Поэтому имейте в виду, что сегодня вы можете залутать после 17 часов по московскому времени около 400 тысяч опыта, то есть 5 уровней. Вы сможете забрать из творческого режима. Погнали, друзья. Заходим в поиск, нажимаем сюда в поисковую строку, вводим сюда код 16 42 42 80 24 39, нажимаем enter, потом на картиночку, на вот эту, выбрать и обязательно частный режим игры ставим, чтобы никто не мешал. Так, я сейчас себе закрою, чтобы ко мне никто не присоединялся. Друзья, не забудьте поставить лайк, прожать колокольчик и подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео, потому что с завтрашнего дня мы все с вами начнем заново, и с моим каналом вы быстрее всех доберетесь до своего 200 уровня, заберете все награды из боевого пропуска. Сейчас здесь нажимаем «Играть», пока грузится карта, заходим в магазик, в магазине предметов, нажимаем внизу «Поддержка автора», и сюда вводите код G-R. Это мой код автора. После того, как ввели его, нажимаете «Поиск», код фиксируется в вашем магазине предметов, и с этого момента я буду получать отчисления от компании Epic Games за все ваши покупки, друзья, потому что я их партнер. Огромное вам спасибо за такую классную поддержку, за вашу благодарность, за мой труд и за то, что цените меня. Мне это очень важно. Смотрите, когда загрузились на карту, пробегаем вот сюда, вот на противоположную сторону, к вот этим баннерам. И между баннерами нам нужно с вами будет нажать кнопочку вот здесь вот внизу. Нажимаем кнопочку скрытую, и после этого подходим к любому терминалу возле любого баннера. Когда терминал засветился синим цветом, подходите к нему, он начинает светиться зеленым, нажимаете кнопочку «Взаимодействовать» и сюда вводите код 0038 1331 2154. Карта эта работает не слишком долго, но я надеюсь, что из-за обновления сезона завтра с утра вы еще тоже сможете залутать опыт, может даже после обновления сезона. Все, почему-то глючит сейчас творка, видите, картинка не загрузилась, но тем не менее, название поменялось, есть значок XP здесь, нажимаете на баннер, выбрать и ждем, пока загрузится карта. Друзья, когда заспавнились на карте, выбегаем из этой комнатки и пробегаем в самый правый дальний угол. Поднимаемся здесь наверх, на самый-самый верх, куда вы только сможете, справа максимально. Здесь, когда поднялись, оказались на вот таком балкончике, подходим вот сюда к стеночке и делаем любую эмоцию. У нас открывается портал, куда мы заходим и оказываемся возле таймера 900 секунд. Когда закончится таймер, нужно будет сюда ввести секретный код, чтобы попасть в локацию, где мы будем лутать опыт, друзья. Я вам чуть-чуть позже скажу, что за код. А пока мы ждем, не забудьте обязательно присоединиться к моему дискорд-каналу, потому что уже совсем скоро, 30 мая, у меня будет день рождения, и я буду устраивать грандиозный розыгрыш 38 подарков, друзья. Я хочу, чтобы каждый из вас принял участие в этом розыгрыше, так что милости прошу в мой дискорд-канал, потому что именно там я и буду разыгрывать подарки. Плюс там есть магаз очень крутой, где можно супер выгодно и, главное, друзья мои, безопасно задонатить в игру. Без всякого скама, без всяких махинаторских схем и всего остального. Я лично отвечаю за качество. Все, всех жду в нашем классном дружном комьюнити, а пока мы ожидаем окончания таймера и покажу, что делать дальше. Так, друзья, когда закончился таймер, сюда нам нужно с вами подойти и ввести код 94336. Нажимаем подтвердить, и нас переносит в локацию с рельсы, где мы падаем на рельсу и лутаем опыт. Ого, сразу 80 тысяч сходу. Когда проехались по рельсу, берем лавовую пушку и поливаем животных в этом помещении, за что тоже получаем опыт.
Даже 2 минут еще не пострелял, уже добил до 200 тысяч. Друзья, суперская карта, но она будет работать недолго. Сразу предупреждаю тех, кто вдруг может зайти через 2 дня, и карта окажется нерабочей. Не надо в этом винить меня и писать мне гадости и дизлайкать мои видео. Я стараюсь для вас. Подписывайтесь, ставьте колокольчик, чтобы вовремя фармить опыт и чтобы забирать максимальное количество опыта. Чем быстрее вы залутаете, как карта вышла, тем больше опыта вы получите. Все, на этом буду прощаться. Всем классного дня, крутого нового сезона, друзья мои. Пока!